Продукты из сибирского здоровья, которые гарантированно помогают улучшить работу кишечника и избавиться от запоров. Очищающий фитосорбент – это очень полезный продукт для кишечника на основе корней топинамбура, лопуха, псиллиума и пектина. Инновационная формула этого продукта стимулирует естественные процессы детоксикации организма, связывает токсины и мягко выводит их естественным способом. А если добавить к сорбенту ПИК, природный инулиновый концентрат, то эффект будет в разы лучше. Прием сорбента обеспечивает правильную работу ЖКТ, снижает аллергический фон и нормализует обмен веществ. Топинамбур, входящий в состав ПИКа, очень эффективен при запорах, потому что это натуральная клетчатка, которая действует как топливо для полезных бактерий. На фоне его приема они активно размножаются, замещая собой патогенную микрофлору, улучшая моторику кишечника и устраняя запоры. Вот эта троица очень полезна, если у вас нарушен желчеоток. Доказано, что если проблемы с желчеоттоком есть, если желчь густая, если она плохо отходит или ее выделяется очень мало, то запоров не избежать. В первую очередь принимаем, конечно же, синхровитал 4. Это главный продукт для печени и желчного. Расторопша, таурин и артишок стимулируют желчеотделение, разжижают желчь и препятствуют ее застою. Хорошая, качественная, текучая желчь – гарант того, что в кишечнике не заведутся паразиты и не будет запоров. В помощь синхровиталу ЭПАМ 4 – это маленький помощник при любых проблемах с печенью и желчным. Принимать его можно на постоянной основе и очень длительно в составе травы, прополисная эмульсия и маточное молочко. При отсутствии камней в желчном пузыре можно рекомендовать для устранения запоров комплекс «Истоки чистоты». Это уникальная разработка российских ученых, состоящая из трех формул. Кстати, этим комплексом можно заменить предыдущие два продукта. Что он дает? Нормализует микрофлору кишечника, повышает его моторику, ускоряет выведение продуктов метаболизма, усиливает образование желчи, улучшает ее отток, эффективно очищает все органы и клетки. Очень важно на приеме истоков чистоты и, в принципе, очень важно при запорах пить много воды. 1,5-2 литра воды в день – это самый минимум. Завершаю свой обзор двумя фитосборами – это чай очищения и дренаж и турбочай. Эти напитки можно использовать в экстренном случае, когда запор уже замучил и нет никаких сил терпеть. Выпиваем их на ночь, и утром кишечник мягко очищается. Чуть не забыла, обязательно добавляем к программе при запорах комплекс про и пребиотиков Эльбифид. Здесь 4 вида бифида и 3 вида лактобактерий. Он насыщает кишечник полезной микрофлорой, угнетая деятельность патогенной флоры, а входящий в состав пребиотик способствует активному размножению полезных бактерий. Программа при запорах подбирается индивидуально в зависимости от общего состояния здоровья человека. Кому-то нужны желчегонные продукты, кому-то хватит и сорбентов.